Всем привет, с вами Доскос, новая серия по Diablo 3. После обновления почему-то сбросились все настройки, хрен знает почему. Ну, я вроде настроил все по-старому, должно быть все нормально. Также, после перезахода в игру, как вы помните, мы закончили в пещере пауков, какую-то часть ее обследовали, но теперь, после нового захода в игру, вся эта пещера закрыта, и, может быть, какие-то части сгенерировались заново как-то. По-новому. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ах вы понабежали тут, блин. Сразу же. Ух ты! Вот это вот ненормально. Ха-ха-ха. Нет, это что-то с чем-то. Это давайте. Давайте-ка. Да, вот так вот, пожалуй. Такс, некачественный кожаный капюшон. Все это фигня. Вот так должно быть нормально. Желтенький гепатитный паучок вылез, блин. Смерти хочешь? Своей или моей? Своей или моей, признавайся. Признавайся. Где бы еще таких найти? Те, что нравится ползать по этой пещере со шмётками... этого паука? Все это словно из моего кошмара. Так, мне говорили, где кинжал достать. Но я что-то хрен знает. Запутался. Нет здесь купленного мной кинжала. Сказали, где-то из этих кнопок вроде как. Но я ничего не вижу. Дневник. Все это тоже фигня. Это все не то. Ладно, плевать на этот кинжал, купленный на аукционе. В принципе, я думаю, скоро его и так перерасту. Пока так, посражаемся. В принципе, никакого хардкора пока не наблюдается жесткого. Только эти пауки меня тормозят. Это меня бесит. Господи, что ж ты так орешь-то? Неужто так сложно лягушками взрывающимися плеваться? Эта пещера большая, я ее же за кадром, так скажем, проходил по сети. И, видимо, она действительно генерируется каждый раз уникально. Хотя не знаю, сейчас посмотрим. Плохо помню, но почему бы и нет. Хоть что-то здесь должно генерироваться, или все уровни действительно одинаковые? Это полный отстой тогда будет. Хорошо, ладно. Так, здесь ничего нет. Показалось, что плита подъемная. Но это совсем не так. О, сундук. Но здесь тоже ничего нету. Я зачем-то взял этот пердыш. Хотя он мне нафиг не нужен. Что, решил меня... подловить здесь, а? Кто кого подловил еще? Большой вопрос. Так. Снова я забываю вызывать своих собачек. Поиграл монахом, не вызывая собачек. Еще два индивидуума. Ну давайте, попробуйте. Блин, а? Встанут они на этой паутине. Попробуй до них доберись еще. Ах вы, зараза, ну не тормозите вы меня, не тормози меня, скотина. Прикончу за это, только вот за это готов убить. Я тут, значит, бегаю экшен еще, они меня тормозят. Как такое возможно? Это достойно смерти. Достойно их смерти. Так. Как он орёт? Я готов уже сменить навык, чтобы он так просто не орал. Вызываю этих лягух. Бессмысленно. Пытаюсь обследовать ее всю в поисках чего-нибудь ценного. Хотя вряд ли я что-то ценное найду. Что мне подсказывает, что здесь все фигня.
Еще одно доказательство того, что я нашел белый бердыш абсолютно обычный. И несколько золотых в сундуке, в котором должно было быть какое-нибудь хорошее такое синее сокровище. Ну, я не знаю, придумай что-нибудь, потому что лягушками ты их не достанешь. Окей. Только не потревожь паучьи яйца. Отвали с своими яйцами тут. Пристал. Ну. Кольцо. Уже лучше. Ну что, кто-нибудь будет спускаться мне на голову за такое вот наглое вмешательство? Слушай, что здесь развалился? Еще один бомж. Советник Имон. Самое важное сейчас — обезопасить замок от тристрамских изменников. Выход из пещер, находящихся к востоку от него, расположен слишком близко к моим владениям. Надо сделать так, чтобы через них никто не мог пройти. Как мне известно, архиепископ Лазарь научился подчинять пауков своей воле. Это может оказаться полезным. Окей. Так, плюс 2-4 единицы урона. Уже неплохо. Что у нас тут? Все, ничего такого крутого. Плюс 2 к интеллекту, скорость восстановления маны повышается на 2 единицы. Давайте тогда ману возьмем. Здесь у нас что? Это все старая фигня. Плюс 1 к ловкости, плюс 4 к вероятности найти магический предмет. Тоже все фигня. Плюс 2% к вероятности найти магический предмет, атакующий в ближнем бою. Все это тоже фигня. Ладно, ничего у меня такого ценного особо нету. Я так понимаю. Лады, идем туда по диагонали вниз. Там выход вряд ли есть, но мне он пока что не нужен. Ух ты! Скрытень? Большой ты какой-то для скрытня. Плохо у тебя получается быть скрытым. Всегда на виду, пацанчик. Моя сила неуклонно растет. Заканчивай уже, а? Откуда вас только понабежало? Оп, еще несколько зверушек. Готовы отдать свои жалкие жизни ради этого момента. Ну что вы лезете в кадр, а? Кто здесь суперзвезда? Кто здесь суперзвезда? Ох уж эти голливудские разборки. Так, что у нас здесь еще интересно? А откуда они все лезут-то лезут? Вы не можете сразу все вылезти? Не могут, видимо. Не могут. Не хотят или не могут. Оп! Что? Я посмотрел и сказал, нужно больше маны. Все. По-моему, тот гигантский паук был гораздо чудовищнее. Ну, выглядел, по крайней мере. Ну, окей. Шедевральный древорубный топор. Я его не возьму. Он недостаточно шедеврален для меня. Ну что, куда дальше? Там еще какой-то заворот, развилистая пещера. Вот это вот нормальная пещера. Вот. Первая нормальная пещера, встреченная мной за все прохождение кампании. До этого были какие-то огрызки. Какой-то склеп 2 метра на 2 метра площади, блин. Еще второй склеп 2 метра на 2 метра, какие-то левые инстансы. Ну вот это уже нормальная такая пещера, в которой можно побродить. Главное, чтобы было зачем бродить. Ух ты, еще прутся, еще претесь, да, гада? Плевательки эти достали уже. Плюсь я в другом месте, блин! Соберу все золото. Оп,
Собачек убили, я опять забыл их восстановить. Ну ладно, это в принципе... Это все фигня. Давай, что-нибудь поделись со мной таким интересным. Трофейные сыромятные перчатки со знаком льва. Это уже более интересно. Что у нас там за перчатки? Перчаток у меня давно, по-моему, не было. Плюс 6 к силе. Плюс 6 единиц опыта при убийстве монстров. Это другое дело. Точно, со знаком льва, да. Плюс 3 к живучести. Сферы здоровья пополняют. Это мне пока не надо. Я лучше пока опыт буду дополнительно получать с убийства. Окей. Тут там гремит костьми. Что это такое? Неужели там скелеты? Видишь эти колонны, покрытые паутиной? Нет. Построили древние. Паучары, вылезайте, паучары, паучары. Не особо охотно они вылезают как-то. Ну, господи, я тебе дал примочку, которая ее восстанавливает. Воспользуйся ей нормально. Господи, какая извилистая пещера. У-у-у, великолепный сундук. Чувствую себя как в террарии. Так, сначала соберем золото, чтобы оно не мешало нам ориентироваться. Целительный сыромятный пояс. Разведческая дорожная шляпа. Так, пояс целительный сыромятный. Плюс один к живучести и сфера здоровья. Это все фигня. А что мы там еще? Шляпу какую-то достали. Разведческую. Разведческая шляпа. Не то. А, ну это... Что-то из этого. Вот дорожная шляпа. Для чародея. Не для нас. Так... Шея, щит. Щита у меня нету. Нет у меня щита. Пока тебе ничего нельзя изучить, да? Ну ладно, оставайся пока так. Продолжаем наше путешествие по этой пещере интересной. Ух ты! Ух ты! Еще один переросток. Блин, вы как спецназовца с потолка спускаетесь. Засранца. Маленькое зелье здоровья. Возьмем. А ничего тебе больше не нужно, а? Хорош ныть, давай убивай. Господи, кто мне там звонит, а? Почему в такое неподходящее время я должен всех замочить прямо сейчас? Ладно, замочили, все, погоди-то, ё-моё. Окей, пистол позвонил, я ему ответил, все нормально. Можешь продолжать мочить всяких... тварей отряда паукообразных. Арахниды, везде арахниды, но мне пофиг. Я выведу их всех. Это что такое было? А, лягушки разорвались. Всего лишь-то. Алло, гараж, давай мне еще сундуков. Что я там достал-то, кстати? Что-то я там достал, уже не помню что. Ладно, не важно. Я уже, наверное, посмотрел, что я там достал. Какие тут закоулки прямо, а? Нет, вот что вы здесь делаете? Я, честно говоря, не понимаю. Тут по 2-3 их встречается. Они здесь жилплощадь, что ли, снимают? У пауков. Как вы с ними договорились-то вообще? Спасибо, что помогаешь мне сражаться с тьмой. Пшел в жопу. Со злом. Вот главная цель крылов. Нужно сосредоточиться на одной вещи. Полезно. Но нельзя забывать и об остальном. Да вы, гады, еще отключили субтитры. Заразовые.
А где оно тут? Урон, индикаторы. Общение. Субтитры. Применить готово. Гвардейцы, с болью в сердце я вынужден признать, что наш король полностью утратил рассудок. Он повелел заполнить пещеры отвратительными творениями Лазаря. Пропустил. И отказывается прислушиваться к чьим-либо советам. Возможно, в этих местах некогда жили легендарные древние. И вот теперь нам приказано осквернить это место. Моя госпожа приняла меня. Подойди и почувствуй ее ласковые объятия. Не хочу я никаких господ. Хорош уже! Отстаньте от меня! Идите чипсы рекламируйте лучше. Не знаю, займитесь чем-нибудь. Хватит меня пытаться убить. Вот оно что. Вот он выход-то, оказывается. Что за фигня? Ну ладно. Лады. Лады. Поговорить с... опутанной паутиной женщиной? Помоги мне, прошу. Это ужасно. Вдуть тебе, что ли? Она высасывает внутренности своих жертв. О нет, нет, слишком поздно. Она уже близко. Убей паучью королеву! Паучью королеву? Ты еще что-нибудь посмешнее придумал, господи. Вот эта жирная женщина-паук. Че это меня там дебафнули? Тут вообще зелье маны присутствует, интересно, я что-то не заметил. Вот этого я не заметил, кстати говоря. Присутствует ли здесь вообще зелье маны? У меня их точно нет в инвентаре. Они точно не выпадали ни разу с монстров. Ну он орёт, ну он орёт. Кошмарный ты человек. Разбираем на части, просто за секунды. Ему что, эти лягушки? Почему они пробегают постоянно мимо по большей своей части? Да, эти лягушки действуют так же эффективно, как и летучки. Чтобы растворить паутину, понадобится яд паучьей королевы. Можешь не торопиться. Мне все равно спешить некуда. А, ну повиси здесь тогда еще годик. Что уж там. Что незадолго до смерти архиепископ Лазарь экспериментировал с группой необычайно крупных пауков. И многие из его прислужников тогда бесследно исчезли. Пещеры возле замка стали обителью безмолвного ужаса. Их облюбовала гигантская паучиха, и многие пауки потянулись вслед за своей предводительницей. С тех пор ни один смельчак, отважившийся исследовать эти пещеры, не вернулся назад. Окей. Спасибо. А теперь помоги мне выбраться из этого ужасного места. Прошу тебя. Да вот он вроде выход. Женщина, быстрее, быстрее, женщина, ступай на кухню быстрее. Ох ты. Перевал Высокогорья. Задание выполнено. Должна признаться, что я чувствую себя довольно глупо. Да ты есть. Очень глупая. Не сочти меня неблагодарной, но ты что здесь делаешь? Я ищу Макдак еще. Которого схватили сектанты. Сектанты? Я видела, как они кого-то волокли в замок Леорика. Может быть, того самого человека, который тебе нужен,
Но добраться туда непростая задача. Не могу сказать, что горжусь таким поступком, но я украла у могущественного шамана Хазра посох. Козлоногие разозлились, преследовали меня, и единственным выходом было попытаться спрятаться в пещерах. Этот посох остался в моей тележке на высокогорье. Если отыщешь его и пойдешь с ним к заграждению, которое построили Хазра, тебя точно пропустят. Ну, я надеюсь. Окей. Какая-то цыганка по имени Карина сперла у кого-то посох. Все разозлились. В общем, конец света. Эти земли принадлежали короне. Сибирской короне? Безрассудный воинский пояс? Это уж точно не на меня. Лады. Тут есть телепорт, это уже хорошо. Ух ты! Неожиданно, блин. Я даже не вспотел. Да ладно, зато обоссался. Я вижу, течет со штанины. Тленный мотылек. Необычный феномен. Для насекомого он обладает гигантскими размерами и каким-то образом бьет своего противника током при нападении. Именно по этой причине множество именитых исследователей природы погибло при попытке поближе рассмотреть это существо. Полагаю, не следует повторять их ошибку. Да уж точно. А то этот вспотеет. Его точно током долбанет мокрого-то. Лады, тогда оставшееся время для серии, блин, еще один этот. Шифрин, блин. Проведем в городе. Посмотрим, что у нас там есть на продажу. Разберем все то, что не нужно. Так, это я уже улучшал, да? Да, я в мультиплеере, кстати, улучшил. Пару раз улучшил кузницу, и теперь он может ковать даже желтые вещи. О, редкий оберег. Там есть редкий оберег. А вот нафига тогда получается эти неисследованные вещи, если свитки, скажем так, бесконечные? Вот тоже непонятно, зачем сделали. А, ну это я сразу ставлю без вопросов вообще. Вообще без вопросов. Это у нее шляпа такая, да? Ладно, давайте. Не знаю. Разберем. Все ненужное. Стоять. Так, это одноручная. Ну, у нашего компаньона в руках штука получше, так что тоже разбираем. Все, тоже на свалку. Это на свалку, на свалку. Это тоже не надо. Воинский пояс. У тебя нет слота для пояса, кстати говоря. Нет, у него только для колец и для шеи. Какой-то он хиленький. Не может даже на поясе ничего носить. Что это? Орлиная сфера. Это для чародея. Окей. Да, тоже разбираем. Тоже разбираем, тоже разбираем. Это тоже... Это пояс, который он носить не может. Это тоже нам не нужно. И это вот... А, ну это тоже нам не нужно уже. Хотя... 15, 13, 5. Все это тоже фигня. Остальное выкидываем и кидаем вот сюда желтую вещь. Редкий шлем. Это я, по-моему, за монах, когда я играл, нашел. Давайте наденем. Фигли. Что у нас тут еще возможно в этом городе? Ничего. Видимо, ничего. Такс. Дойдем тогда к этому перцу. Кстати, чтобы улучшить еще раз, надо какие-то эти бумажки, чертежи
Хрен знает, где их брать. Потом разберемся. Требуется уровень 29. 28 уровень. Но здесь все жирно очень. Так. Жезл. Жезл. Жезла мы использовать не можем. Жезла мы использовать не можем. Тоже фигня. Тоже не можем использовать. Вот это мы можем использовать, но это полный отстой. В общем, неинтересно ничего. Давайте вернемся обратно тогда. Будем исследовать эту часть мира Диабло 3. Красивые виды, разрушенный мост. Какой-то хрен козлоногий. Во имя Луны! Умри, что ли? Шаман клана Черной Луны, о господи. Разлетитесь во все стороны. 13 уровень. Сковывающий яд для отравляющего дротика теперь доступен. Может действительно взять этот отравляющий дротик? В давние времена 5 кланов племени Умбару покинули пределы Тиганзы и перебрались Барака на Обама. Север. Впоследствии они превратились в Хазра, и лишь некоторые из старейшин сохранили магические познания, которые затем были переданы самым одаренным их детям. Эти дети и стали шаманами Хазра, самыми опасными представителями своей расы. Буду иметь в виду, давайте я все-таки посмотрю тут, что у нас снова открылось. Прыгущие пауки, это неинтересно. Вот сковывающий яд возьмем. Так, что у нас здесь? Жертвенный обряд. Изгнать псов-зомби из этого мира, в результате чего они взрываются. Ну, это фигня, по-моему. Не буду я такое использовать. Моих песиков, да идите в задницу. Здесь у нас что? Воды источника глубокие и безмятежные, от них имеют... Так. Максимальный запас маны увеличивается на 20%. Колдун ежесекундно восстанавливает 1% максимального запаса маны. Это пассивное умение? Пассивное умение? Плевать, давайте его возьмем. Такс. Лады, взяли мы дротик отравляющий. Хотя он только один теперь, поодиночке стреляет. Вот алтарь, такие обелиски означают, что впереди ждет хорошая такая драка. Нет, облом что ли? Ух ты. Прикольные создания, он, по-моему, чесал себе только что подмышки. Такими странными движениями. Ну и черт с ним. Ух ты! Еще одни, желающие сдохнуть. Давайте им поможем. Мне не жалко. Шаманчик. Отправляйся на тот свет вызывать дождь, блин. Отлично. Ух ты! Это уже что-то более серьезное. Во имя всего святого, ты только посмотри! Что? Ух ты! Нехило он меня по башке-то вдарил. Ладно, сдохни так. Отстойный противник, достойная победа. Лучше так. Текс, 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 текс. Синие шмотки забрали. Мало зелья здоровья тоже заберем. Все хорошо пока что. Еще один сундук нашли, но вряд ли в нем что-то ценное есть. Сектанты и Хазра одинаково безумны и звероподобны. Не вижу разницы, не понимаю, о чем ты. Так что не надо мне втирать. Еще один желтенький, видимо, да? Ладно, сдохнет такой же тупой смертью. Долго его долбить-то приходится.
Но зато синие шмотки нам в награду. А ну иди сюда. Убегать он от меня собрался. Блин, у меня баф кончился на скорость атаки. Теперь будет скучно. Чуть не пропустил синюю вещицу, которая завалила его трупом. Ух ты, а вот это парни посерьезнее. Ой, ах ты, скотина. Скотина натуральная просто. Зараза. О боже, что это за шрапнель такая? Идите сюда, идите сюда. Точнее, вообще не подходите сюда. Ну, покров. Какой-то покров мы нашли. Сейчас посмотрим. Уже стали стабильно выпадать. Ну, относительно стабильно желтые шмотки. На этой части карты. В этой локации. Что не может не радовать. Еще немного золота. Исследуем оставшуюся часть дороги, которую мы пропустили. Здесь еще противники, в принципе, должны скрываться. Или какие-нибудь трупы, или какие-нибудь сундуки. Ух ты, елки-моталки! Жесть! Мне не хватает маны. И ты, давай-ка подыхай-ка. Давай мне бонус за убитых. Бонус за убитых мне. Нет, не будет бонуса. Жидосит. Что тут еще скажешь? Так, вы заколебали там в засаде сидеть. Где они такие здоровые прячутся-то вообще? Что это у нас такое? Усиленная гербовая накидка. Охотник на демонов. Ну, интересно. Только не подходит нифига. Так, 37. Это то, что надо. Что у нас здесь было? Ну ладно. Лучше защиту тогда пока что возьмем, потому что довольно опасная локация. Предпочтем защиту бонусом. О, ямка. Тут у нас здесь. Тебе бывает страшно? Страх — это часть жизни. Ничего не боятся, только мертвые. Ну окей, ладно, я учту. Вот мои собачки точно ничего не боятся, походу. Они вообще выглядят как полные психи. Ух ты, какая-то деревенька. Блин, да это ж их логово, о боже господи! Мое проклятие настигло вас. Да. Это уж точно. Раз уж ты хочешь в эту сторону рассматривать данный инцидент и перспективу на твою смерть, то ладно. Пускай твоя кара накрыла их, а не они нас. Ну, мы и зашли в гости. Лады. Пускай будет так. Зато ни одной белой шмотки практически не выпало. Жестко, жестко. Выглядело жестко, на самом деле, ваншотнул. Да и все. Что-то нет еще. Ничего больше нету. Вот еще что-то. Все пустое. Все это подстава. Здесь еще закрытый кусок карты. Но здесь, видимо, ничего и никого нету. Кроме пару пней. Поваленных деревьев. Оп. Еще пару противников на мою голову. Что это такое? Что-то они прокачались как-то. Неожиданно. Нужно больше маны. Офигеть, вы как выросли-то, а? Еще минус один индивидуум. Взрывается так, будто в него молния попала.
Вот яд этих деревьев довольно неприятная штука. Может просто за секунду все эти жизненные силы высосать. Ну ладно, я думаю, пока что хватит. Для серии достаточно. 30 минут прошло, там даже больше. Я надеюсь, вам понравилось. Будем проходить Диабло дальше, а пока... Всем пока, спасибо, что смотрели. С вами был Доскор, ждите новых серий. Пока-пока.